Иранский риал упал до рекордной отметки. Из-за американских санкций курс доллара на черном рынке Ирана достиг 138 тысяч риалов. Курс иранского риала на черном рынке достиг рекордно низкой отметки по отношению к доллару США, сообщает сайт Banbest.com, отслеживающий неофициальные курсы валют. По состоянию на вторник, 4 сентября, черный курс доллара поднялся до 138 тысяч риалов. При этом официальный курс Центрального банка равен 42 тысячи риалов за доллар. Как пишут ведомости, в начале 2018 года 1 доллар США можно было купить за 43 тысячи риалов. Ускорение падения риала связывают с ухудшением экономической ситуации и новыми санкциями США, направленными на нефтегазовую индустрию Ирана, о которых было объявлено в августе 2018 года и которые начнут действовать с 5 ноября. Ухудшение экономической ситуации сопровождается в Иране массовыми протестами и увольнением чиновников. За последние месяцы в стране были отстранены от работы министр экономики и финансов и министр труда, а также глава Центрального банка. Протесты, начавшиеся в декабре 2017 года, распространились более чем на 80 городов и привели к гибели 25 человек. Ранее стало известно, что Иран и Ирак отказались от использования доллара в двусторонних торговых соглашениях. Источник: русская служба DW. По материалам сайта newsgro.com.